Здравствуйте. Это вам, извините, пожалуйста. Просто в нашей команде были выборы. Кто станет капитаном? И у нас выборы как бы прошли, я стала капитаном команды, а это вам Магарыч. Ну что ж, продолжим. Здравствуйте, вас приветствует Братско-Вийский сельскохозяйственный техникум, команда КВН «Что-то новое». Итак, не хотим вас очень долго задерживать. Ехали! Наша первая миниатюра «Случай на телешоу». Давайте поприветствуем жен депутатов. Пожалуйста. Пожалуйста, представьтесь, кто вы? Привет! Я Зиганова Анна. Люблю русскую литературу. Еще люблю читать буквы. Еще люблю цифры. И люблю цифры вообще. Всем одноклассникам ставлю пятерки. Вы такая образованная. Все, хватит. Я Жириновская Лидия. Ставлю Россию на ноги. Я для тебя дни и ночи, для тебя все, что хочешь. Все. Я буду руки твои целовать. Я стану грустью улыбки твоей. Так это ж моя любимая песня. Выбирать можно не только депутатов Думу, но и свою будущую профессию. Итак, случай в Братско-Вийском техникуме. Приемная комиссия. Привет. Что, решила на кого поступать? Да, вот еще думаю. У меня баланс не сходится. Где мои отчеты? Я не могу разобраться. А это кто? Это, по-моему, бухгалтер. Пожалуйста. А это виноделы. Запишите на кого виноделов. Аня, вообще-то это была забивка. Девчонки, идите сюда. Хотела спросить, вот вы в будущем кем хотите стать, ну, после техникума? Я никем не буду, работать, буду сидеть дома. Понятно, ты, Саш? А я буду воровать! Я хочу бабки на этот денег! А, понятно, а ты, Лида? Я просто буду сеять хаос и разрушение. Вы молодец! Ну и кто здесь не чиновники? Стоп! Еще вас кое-что хотела спросить. А может быть ворона? Нет. А может быть собака? Нет. А может быть и крыса? Нет. Но кто тогда за Жириновского голосовал? Не знаю. Понятно. Выборы, но они уже прошли, а впереди нас ждет Новый год. Итак, случай в семье, где никогда не празднуют Новый год. Посмотри-ка я в глазок. Идиот она. С Новым годом! Господи, мужчина, вы кто? Как кто? Дед Мороз. А я бабка Огонь тогда. А угадай, что я тебе принес? Смотри! А нет, отдай. А как ты догадалась? Господи, ты уже третий за ночь. У вас что там всех на мандариново, а? Короче, будет детей, ставь стул, пусть рассказывают мне стихи. Какие дети, какие стихи? Они спят, у них был тяжелый рабочий день. Ну тогда давай позовем Снегурочку. Дын-дын-дын-дын! Снегурочка! Полиция! Ну и в конце хотелось бы нам
нашей России. Мы новое поколение. КВН Проскалинского сельскохозяйственного техникума. Еще раз у вашего аплодисменты.